Здравствуйте, друзья мои, с вами Wind Condition, и сегодня у нас Slowpoke новости, посвященные разбанам в модерне. Внезапно, да-да, у нас не забанили, а именно разбанили две карточки. Это Джейс, скульптор сознания, и кровавокосый эльф. И разобраться с тем, что все-таки это значит для формата модерн, поможет мне Зуев Федор. Ай, здравствуйте, это я. Как же сами Wizards объяснили эти разбаны? Да очень просто. Они посчитали, что формат стал быстрым, темповым. Нужно усилить контроли, мидрейнджи, добавить интерактива этой самой истинной магии. Это абсолютная правда. Мы можем вспомнить колоду с эльдразями, ТКСы, реалити-смешеры, вся эта прелесть. Поворачивайте существ, ходите в атаку. Потом было засилье штормов, грейпшотов, гифтов и так далее. И на смену пришли, начали конкурировать УВР мидрейнджи со спелквеллерами, с Geist of Saint Traf, но у них это не очень получалось. А последние два крупных турнира вообще выиграли Лантерны Боглы, что может многое говорить о формате. Итак, более подробно о Джейсе. Это поможет усилиться УВ и G-Sky контролям, так как они сейчас не в лучшей форме. Да, все семейство синих контролей будет значительно усилено, как минимум, благодаря достижениям Джейса в Legacy. Тоже хороший формат, говорят. Усилятся, разумеется, не только УВ и G-Sky контроли. Повыползают Эсперы, повыползают Чудеса, повыползают Гриксис контроли, усилится Гриксис Ультиматум. Могут усилиться немного ходы, которые тоже можно считать форматом моносинего контроля. Усилиться маловероятно, но есть шанс на синий конец. И, ну, в общем, вся семья в сбое. Хотим заметить, что Джейс традиционно обыгрывается тем же самым кровавокосым эльфом, так что их разбан вместе вполне логичен. А еще Джейс обыгрывается Дредбором, Лайтнинг Болтом, Моноликом, Мальстром Пульсом, Карном, Уламогом, Чалис на 4 для особо извращенных. И Трон на 3! Эй! Да-да-да. Короче говоря, противодействия для Джейса в формате и на текущий момент более чем достаточно. Так что эти традиционные уравновешивания, они, конечно, имеют место быть, но их нельзя назвать логичными. Affinity, Бурная и компания не дадут Джейсу надолго вылезти в топ формата. Но за первыми придет Джант, который бьет Джейсов, а за ними и ответы на эти колоды. И мы войдем в новый цикл круговорота метагейма. Да, разумеется, традиционно быстрые колоды, которые могут выиграть на 3-4 ход до того, как будет проинсталлирован наш синий мальчик. И если он будет проинсталлирован на 4 ход, это приведет к полному закрытию, соответственно, максимальной уязвимости для нас. Скорее всего, это приведет к летальному исходу. Это вот как раз тот момент, о котором почему-то все забывают. Видео записывается 14 февраля, это сегодня. Объявление о разбане грядущем было вывешено 12 числа вечером. За эти два дня я услышал миллион мнений о том, что мы хотим ставить Джейса на 4 и точка. Нет, мы не хотим ставить Джейса раньше 5, а то и 6 хода. Соответственно, до этого времени мы играем как обычный синий контроль, который мы можем видеть даже сегодня. А касательно цикличности модернового метагейма, да, она имеет место быть. Мы живем в этом уже последние, наверное, года 3 или 4. Как давно был забанен Твин? Ну вот, да, вот, очень давно. Не самой очевидной, но вполне реальной утилизацией для разбаненных в джейсов могут оказаться многоцветный скейпшифт и гриксис контроль. Да, у нас существуют Bring to Light скейпшифты, которые могут его легко утилизировать, но чаще всего, когда они могут безопасно сказать Bring to Light под какой-то защитой, они, скорее всего, уже хотят находить Bring to Light скейпшифт и выигрывать. В случае же с Грикс-контролем, и в частности, скорее всего, речь будет идти о Круэль-ультиматум-контроле. Да, это хороший способ накопать необходимые нам карты, выйти из трудной ситуации, получить дополнительный винкон, потому что
наших текущих Круэль, флэшбэк Круэль и торпедки может не хватить для того, чтобы унести оппонента далеко и надолго и надежно. Увеличится число комбо-де, которые захотят обходить Джейса. Но как им при этом бороться с дизраптом эльфа? Непонятно. Да, это, конечно, согласуется со знаменитым циклом. Мидрейндж побеждает контроль, контроль побеждает комбу, комба побеждает агру. И так дальше по кругу со всеми остальными архетипами, темпо, рогу и ниже с ними. Комбо-колоды появятся, но вот вопрос. Какие комбо-колоды у нас в адекватной формате? Шторм, о котором уже за последний год было сказано и сделано все. Тошнилка, которая будет, скорее всего, хорошо справляться с Джейсом и прочими UX-контролями просто за счет того, что у них отсутствует инстантовый ответ на чары, у них отсутствует возможность как-то противостоять Angels Grace'у, и ответ в виде четырех пактов будет перебить очень сложно. А затем, да, вместе со всем этим придут колоды с обилием дизрапта. Разумеется, благодаря этому парню. В первую очередь, Джант. Это может быть старый, добрый, когда-то популярный Аджант с Аджани Веджант, но теперь это будет Абзан, в котором вместо Аджани Веджант лежит Bloodbraid эльф. Это был Джейс, а теперь немного о кроваво-косом эльфе. И вот тут я сразу позволю себе перебить Родиона, уловив его на лжи о том, что это был Джейс. Нет, это были обе этих карты. И в следующей части у нас опять будут обе этих карты. Эти парни так и просятся в Джант Мидрейндж, который теперь, возможно, догонит Абзан. Абзану все еще, конечно, комфортнее в формате, но если джейсов будет много, то Джант, естественно, лучше ответит на джейса и антиконтролей. Да, все ровно так, как и было сказано мною примерно 5 минут назад. Bloodbraid Elf приходит Джант, восстанавливает свои позиции, утраченные с того момента, как Абзан стал гораздо лучше противостоять наиболее популярным колодам формата. Возможно, просто чтобы противостоять и тем, и другим колодам, это будет Аджан. Возможно, это будет особо странный вариант со сплэшем, но не на пасы и Аджани Веджин, а на джейсов и Ancestral Vision, которые очень комфортно каскадятся эльфом с этого самого джейса. Да, согласен, что тех сильнее по шивости, но надо быть объективным и говорить об этом. Ну, а то, что Джант лучше отвечает на некричевые угрозы, это ни для кого не новость, да. Один дредбор чего стоит? Нам кажется, что наибольший эффект эльфам будет достигнут в Джант-тенях. Нет, нет, ни в коем случае. Один из смыслов играть Джант тенью — это вот эта замечательная карта. И она требует делириума. Это значит, что вы, скорее всего, будете хотеть играть вот этой картой, которая абсолютно бесполезна и до ее недавнего репринта стоила совершенно ненормальных денег. Если ваш ББЕ каскадится именно в нее, вы начинаете плакать. И ничего вы с этим не сделаете. Вы не уберете этот Мишра Баббл, потому что ваш Траверс хочет артефакт, хочет делириум. Вы хотите искать. Без делириума вам нет смысла играть именно тенью. Вы лучше будете играть классическим джандом. Чуть-чуть потяжелее, но более выгодно. И немножко итогов по всему услышанному. Контролям теперь придется гораздо больше думать о том, как им перегринживать джант. Контролям всегда надо было думать, как обыгрывать БГХ, потому что их размен по ресурсам от 6 до 8 карт дискарда, плюс Лилиана, плюс ранние угрозы, плюс их собственное преимущество по картам было достаточно сложно превзойти, и надо было как-то умудриться поднять и ремувал, и земли, и сказать более-менее внятный Sphinx Revelation, чтобы как-то обыграть все это. С тех пор, как издали калаганскую команду, это стало еще сложнее, потому что теперь дискард говорят не только в ход оппонента, но и в ваш шаг взятия карты, когда вы подровали свою заветную земельку, хотите ее вот сейчас положить, передать ход, может, это колоннада, которая на следующий ход поблокает,
А вам говорят, нет, по дискарте, и еще тебе две дырки, или я там своего баба Тормогоев подниму, и... Ну и, разумеется, самое главное, на мой взгляд, ошибка в этом изречении. Любой колодой надо думать. Если вы хотите играть в магию и не думать, выберите себе другую игру. Да даже в Хардстоуне надо думать, но там хотя бы больше о существах и хождении в атаку. Всем нам придется хорошенько подумать над тем, как не загнуться от кучи контры, ремувала и дискарда. С этим, конечно, может справиться Уэршторм, но все-таки к дискарду он очень уязвим. Возможно, с этой задачей неплохо справится Дредж или Бэйр Холлоу Уан. Практически любая колода будет загибаться от тонны ответов. Хотя бы по той причине, что количество угроз в вашей колоде более-менее ограничено. Если так уж сошли звезды, что вы на нужные вопросы нашли нужные ответы, тут следует напомнить, что модерн — это вообще формат о вопросах. Об ответах у нас больше легаси. Со всеми этими картами. Со всеми. Но да, пожалуй, Дредж может за счет ранних взрывных раздач как-то противодействовать, но с другой стороны, у нас с приходом Джейса придут попытки играть Терминусом, который будет хорошо противостоять агрессивным стратегиям выпрыгивания существ с кладбища, потому что ваши существа уйдут вниз вашей библиотеки, а не на ваше кладбище, и вам надо будет с этим как-то смириться. Уэршторм, да, он страдает от дискарда, он всегда страдал, он всегда будет страдать, и это хорошо, потому что Шторм должен страдать. Но, тем не менее, он умеет выигрывать даже сквозь это, он может выигрывать темп за счет ремандов, он может идти на какие-то, грубо говоря, размены за счет репилов, за счет каких-то сайдовых карт. Это могут быть лучи, это могут быть болты, это могут быть янг-пироманты, которые даже какую-то минорную закрутку, уходящую в никуда, они сведут там к пиромант плюс 5 токенов, что уже позволит как-то дожить до часа икс, когда он наконец-то выиграет. И, пожалуй, да, из всех перечисленных выше колод у Бэйр Холлоу Уана наиболее высокие шансы, потому что он и сам не прочь подискардиться, и руку оппоненту за счет Burning Inquiry разбирает достаточно быстро, и теоретически за счет этого может выиграть в первый ход, потому что там подискардили все земли, и у нас рука из 7 карт, и 3 из них джейсы, и 1 элспетка, 2 гидеон. Я бы не кипнул. Достаточно быстро сам раскладывается по столу, наносит много повреждений, взаимодействует и с кладбищем, и с рукой, и с библиотекой. Чем с большим количеством зон взаимодействует ваша колода, тем больше у нее шансов достичь чего-либо. Советую не накидываться на обе карты сразу, а выбрать для себя сначала что-то одно. И, конечно же, готовьтесь отвечать на приближающиеся циклоны. Но это все-таки не те карты, которые расшатают настолько сильно устои модерна. Да, и это тоже святая правда, потому что если вы попытаетесь играть сразу обеими этими картами, как было в свое время с Ancestral Vision плюс Top Tier Sword, у вас получится очень странный рук, который будет достаточно быстрым, будет иметь много... Я не могу подобрать слова на русском языке, но пусть это будет много гринда и вэлью, за счет которых вы будете давить своего оппонента, плюс сами по себе цвета достаточно агрессивные, там будет возможность играть Делвером, будет возможность играть Тормогойфом, Бладбрейд Эльфом, Хантмастером, вплоть до Штормбриз Дрэгона и Инферно Титанов, хотя это уже из серии невозможного, но любой каприз за вашу ману. На тему циклона. Тут я, наверное, должен пояснить, как я это вижу. А вижу я это примерно следующим образом. Вы пришли на Дейлик в своем клубе. Допустим, собралось примерно 20 человек. Вот вы пришли, допустим, Affinity. Вот там, не знаю, ваш друг, тиммейт, коллега, брат, который пришел, допустим, GV Company. Как будет выглядеть этот циклон, начиная с 19 числа? Ну вот у вас 20 человек. Так, какие мои оппоненты? Так, вот это 9 человек, это сидят ББЕ. Джанды, Тени, Траверсы, Руги. А вот сидят Джейсы. УВ, УВР, Эспер, Гриксис, Bring to Light. А вон там, вот последние двое, они в обеих группах сразу, они уже соединились.
делая ремарку, которую на самом деле неплохо было бы сделать в итоге, но я не могу ее не сделать сейчас. Это основная проблема Джиса. На самом деле, это основная проблема всех свежеразбаненных карт. Люди стремятся их пробовать, люди стремятся исследовать. И да, это хорошо. Но не надо это делать с настолько большим отступлением. Не надо столь бездумно хвататься. Я хочу сильные карточки, она вышла из банища. Я рвусь побеждать! Нет, так не работает. Сначала думать. Всегда думать. Много думать. И да. Они расшатают устои модерна. Возможно, ненадолго, но расшатают. Просто по той причине, что их будет много. Они вызовут смещение ценовой политики на синглы, они вызовут смещение метагейма, они заставят людей искать ответы, они заставят людей задавать вопросы и так далее, и тому подобное. И снова цикл, и замкнутый круг, боль, тоска, печаль, депрессия. Да. Хотим вам напомнить, что разбан Bitter Blossom и Ancestral не убил Modern, так что эти разбаны тоже вполне безопасны. Пока у нас есть хоть какие-то пасьянсы и чем бегать в лицо и сжечь оппонента. Да, люди склонны помнить только хорошее, потому что им было приятно, тепло, вкусно. Да, разбан Bitter Blossom и Ancestral нисколько не убил формат, но, как бы сказать, а давайте вспомним Галгая и Грейв Тролля. А, сразу горько стало, да? Вот Bitter Blossom вообще-то горькоцвет переводится, вот сразу горько стало, да? Есть карты, которые не убивают модерн, но заставляют его смещаться настолько, что это становится некомфортно. В случае с ББЕ вопросов нет. Это честно-нечестное существо, которое просто вам дает 2 в 1. Возможно, оно попадет в хорошую карту, возможно, оно попадет в плохую карту. У вас нет возможности это контролировать. Соответственно, вы не можете получить достаточно много и стабильного преимущества. А вот в случае с Джейсом ситуация обратная. Джейса будет много. Джейс будет стабильный при условии, что его ставят не топ-аут на 4-й ход, а где-нибудь ход на 6-й, 8-й, и с ним уже никак ничего нельзя сделать. Потому что он будет там сразу говориться в плюс, посмотреть оппонентский топ-дек, чтобы его не убило болтом. На следующий ход поштормились, взорвали фечку. И да, его будет много. Да, он дорогой, но Тормо было в свое время больше, а стоили они дороже. В качестве колоды, которая будет просто великолепно справляться с обеими этими картами, можем предложить G-Sky Кикиджики Темпа. Да, начнем с того, что, по моему скромному мнению, G-Sky Кикиджики Темпа — это достаточно странное сочетание слов. Обе эти карты четырехмановые. Соответственно, если вам предлагают одну из них на 4-й ход, после всего этого мракобесия, которое сотворилось, вы предлагаете в конце хода, там, скажем, Restoration Ангела, свой ход 5-й лендроп, Кикиджики убили. Да, это правда, но это не имеет никакого отношения к Джейсу и ББЕ. Потому что точно такой же эффект вы будете получать, если вам просто на 4-й ход полностью втапывается оппонент, и при этом не заглянул параллельно в вашу ручку ТКСом, не убил вас к чертовой матери гифтоштормом, и это был не Shrieking Affliction Delirium States. Любая ситуация, которая является пасьянсовидной. Какой мы из этого можем сделать вывод? Если эти карты разбанивались, чтобы противодействовать пасьянсовым ситуациям, то это было не нужно, потому что на пасьянсообразной ситуации и так был комбо-ответ. G-Sky хороший вариант, потому что у нас есть бесконечная комба на 4-5 ход, которая выигрывает, по сути, здесь и сейчас. Почему не Найя? Почему не Кики Черт, классический, старый, добрый? Там уже по выбору, либо сплэш на синий, за Экзархом, который позволит замедлить оппонента, Гленой Лендрой, парой сайдовых диспелов, нигейтов, спелперсов, ничего душе угодно. Или сплэшем за черный, за синколлектором, за тайтхолл с кулером и за кучей других карт, вплоть до второй комбинации через Вискера Сир, Финик, Визирь, которая там тоже вполне достижима, плюс точно там же можно еще положить до кучи третью комбинацию вида Друид, Визирь, Баллиста на миллион, убили Джейса, тебя, твою колоду и вон за тем столом еще три дырки. И что бы хотела сказать в самом заключении. Нам разбанили кроваво-косого эльфа, он же ББЕ. К нему нет никаких претензий. Это существо,
да, с ускорением, да, которая приносит еще одну карту, но мы не можем контролировать эту карту, разве что с краем. Он может принести меньше выгоды даже, чем банальная Collected Company. 3-2 за 4 маны, которые приносят одну карту. С Джейсом у меня позиция абсолютно обратная. Он ломает все наглухо. Потому что первая способность у него делает все. Она помогает нам, она мешает оппоненту. Вторая его способность позволяет прокрутить руку, и пусть отсталок всего лишь на одну карту больше, но изменилась вплоть до трех карт. И вот третья способность, он защищает сам себя. Вполне самодостаточно, как говорится. Последняя его способность, ультимативная, она обыгрывает все, всегда, везде, и он сам по себе вакуумно самодостаточный. Он может все. Он может нагадить, улучшить и выиграть. Если этому подобрать более-менее подходящую оболочку, то есть колоду, составить грамотный деклист, это нельзя будет обыграть. Чисто для примера мы возьмем противодействие этих самых двух разбаненных карт. Это было месяца 3 назад в SSG Versus'ах. Все разы выиграла колоду с Джейсом. Маленький спойлер. Да, были Secure the Wastes, была Elspeth Sand Champion, Gideon, Колоннады, болты, Снапкастер, болты, Гирхалк и Киран. Я могу назвать еще карт 20. Но толку от этого не будет, потому что Джейс за 4 маны делает больше, чем все остальные за большую стоимость. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно пишите свои комментарии и размышления на тему разбанов. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы оцените. И до новых встреч.